где пасешь-то? А? Я думаю, вышел. Добрый пошел день. Пошел смотреть, думал, ты там пасешь где-то. Не, да, сунулся везде. Мы с Андреем, Андрей что-то, не Андрей этот, Иосиф не смог. Пришел отец и говорит, я ему замена. Кто-то едет, сойдем с трассы. Не, я сегодня здесь пасу, вон они мои. Его. Кто он такой? Корова, ага, сейчас. По-моему, Глушков это едет. Сейчас он выйдет. А. Ну что? Там поле еще не убрали. Сюда поворачивай. Ага. И номер, чтобы заснять за следом за ним. Да, вон номер. Кадр, какие-то люди незнакомые. Номер не надо. Сюда за. Значит, такое дело. Угу. Я приехал тут поснимать, и коровы на этом фоне, что-то такое. Ну, коровы нормально пасутся. Все. Ну, у меня еще что? Всегда смотрю, если нет у вас вопросы какие-то, потому что я могу сейчас где-то открыть. Я взял на всякий случай. Какие у вас, может быть, вопросы? А то это вот сегодня уже 27-е, Крестовоздвижение. Говорят, тварь вся, как отец говорил, сдвигается. Мыши, лягушки, змеи, все по местам. Праздник, как поминали. Вот. Сдвигается. Тогда можно вот так вот. Сейчас я снимать буду. Давай-ка. Угу. А тебя поснимаю. Сейчас. А подальше отойти надо. Подальше вот так. Хорош. Это вот. Вопросы-то какие просто? Да, так, назад, не подходить. Назад, да? Никак. Пока есть время свободное, пока. Да, пойдем. Пока свободное время. Это вот. Есть. Поближе сейчас подойди. Ага. Поближе. Так. Палочку убери, лицом полностью повернись ко мне. Полностью. Не-не-не. Я говорю, повернись, а ты. Нет, лицом ко мне. Я назад. Вот. Ты слушай, еще говорю. Вот. Туда отодвинься. Вот так, хорош. Много. Хорош. Вот так. Ага, так видно. Я смотрю просто еще на коров. Это не очень. Мне нравится. Как же сделать так, чтобы коров было видно? Ну ладно, вот здесь так. Машина не ездит, я поставлю пока. А если машина пойдет, мы увидим. Вон они пошли куда. Сейчас мы туда поедем. Вот она потянула их туда. Никуда. Ну еще, завернуть только оттуда. Все, она пошла. Я выключаю тогда. Зеленая трава. И куда поперлись, неизвестно. Я хочу найти. Я еще тебе кричал, если ты после обеда погонишь туда, туда, где я говорил, где у южный пруд, там зелень. Я погоню туда, да. Я просто с утра не было планов туда, ну, я но сюда. Я потом приду. Хорошо. Постараюсь, а ты вопросы какие подготовь, там узнай. Хорошо. У Ливи, может, это, у Ангелины, может, что есть. Хорошо. Машина сзади идет, вон оттуда. Сейчас, грузовая, да, я видел. Я сейчас посмотрю. Меня заинтересовал, кто там ходит. Хотите яблочек? Нет, не хочу, благодарю. Ну, парочку. А ты где брал их? Ну, это сестра угостила с Барнаула. Ну, ладно. Спаси, Христос. Так, того человека не видать, он так и ушел. Ну, да.
долго будет ходить. А там, видимо, зеленя вон там вверху. Это, похоже, озимая. Да, сильно зеленая, но... А ну-ка перекрестись еще раз. Перекрещусь. Одни, говорят, пили так, а второй раз подошли, а вы продавщица, говорит, я вам бесплатно дам, только перекреститесь. Так, чтобы он тебя не задел. Кто-то что-то везет. Ну-ка, отойди в сторонку. Маленько меня не закрывай. А где мне Устинова Андрея найти? Сейчас, смотри, вот так вот в деревню заедешь туда, ага. И самый последний дом по левой стороне. А, все, давай. Давайте. Это отходы. Отходы? Угу. Ну, пшеница там раздробленная, там с мусором продают. Ну вот побыл я сегодня здесь, хорошо. Видишь, если ты там бы стоял сейчас, встань там, и только подожди первое, повернул назад. Ну, а? Да, я так не пасу, на самом деле я не бегаю, я вот просто легонечко направляешь их только и все. Да, вот. Да. Я так никогда не бегаю, спокойно абсолютно, это не то, чтобы мы так ну, тут пасем. Мы как раз стояли, а там-то вчера я был, я не знаю, кто вчера пас. Тоже не знаю. И то не видно. Я проехал через табун, через гурт, вернулся обратно и никого так и не увидал. Они едят и едят, никуда никто не идет. Да, здесь что-то не очень, не нравится мне. Да нет, тут уже выхлопа, то есть все.